Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта собрались участники пресс-конференции, посвященной проведению в Омске чемпионата и первенства России по спортивной аэробике. Наш город готов к проведению престижных турниров. Состязания соберут порядка 500 спортсменов из 40 городов страны. Готовы к соревнованиям. И я думаю, что сейчас будет показан высокий уровень наших спортсменов и спортсменов города Омска. Потому что основной состав находится здесь у вас. То, что касается всей структуры, она готова на сегодняшний день. Готов стадион, приобретен новый подиум, который будет установлен в юности и в дальнейшем будет использоваться в нашей Омской области для занятий спортивной аэробики. Опыт проведения турниров всероссийского уровня у нашего региона есть. Омск принимал Кубок России. Омские спортсмены активно принимают участие в чемпионатах России с 1998 года. А в 2002 году Амич впервые по итогам национального турнира попал в состав сборной страны. Омскую область на чемпионате России будут представлять 15 человек. В первенстве порядка 30. То, что касается наших ведущих спортсменов, на сегодняшний момент у нас 5 взрослых спортсменов, 18 и старше, входят в состав сборной команды России. Это из них 3 мастеров спорта международного класса. Вот. Ребята у нас призеры Всемирных игр 2009 года, Универсиады в Пекине, чемпионы Европы, бронзовые призеры последнего чемпионата мира. То есть, ну, действительно, это гордость нашего региона, и мы очень рады, то, что они на протяжении уже долгого количества времени держатся в сборной. В программе соревнований 5 основных спортивных номинаций и 2 новые – аэроденс и аэростеп. По исполнению близки к фитнесу. С 24 по 26 апреля в спортивном павильоне комплекса «Юность» будут соревноваться аэробисты. Церемония открытия пройдет 24 апреля в 12:00. По итогам чемпионата России будет сформирована национальная сборная для участия в чемпионате Европы. Он пройдет в ноябре текущего года во Франции.